Дата исследования 9 ноября 2018 года. Область исследования – брюшная полость. Год рождения пациента – 2004. Пол – мужской. Внутривенное контрастирование не использовалось. Протокол обследования. При МРТ органов брюшной полости в аксиальной корональной проекции в печень обычных размеров. Очагов не выявляется. Желчный пузырь размерами 5,4 на 3 см. С четкими контурами. Стенка не утолщена, перегородка. Камни в желчном пузыре не визуализируются. Ширина воротной вены 1,3 см. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Холедок прослеживается на корональных и аксиальных изображениях. МР-ХПГ, магнитно-резонансная холангиопанкреатография, ширина его не превышает 0,4 см. Селезенка не увеличена, размерами 10 на 4 см. Без признаков патологических изменений, очагов не содержит. Селезеночная вена 0,8 см. Поджелудочная железа в размерах не увеличена. Передний-задний размер ее на уровне головки, тела и хвоста составляет соответственно 3 на 1,8 на 1,5 см. Контурируется неотчетливо. Структура неоднородная, без очагов. Парапанкреатическая клетчатка не инфильтрована. Патологические инфильтраты и увеличенные лимфатические узлы в брюшной полости в забрюшинном пространстве на уровне обследования не выявлены. Асцита нет. Деструктивные изменения в позвонках в зоне сканирования не определяются. Надпочечники не увеличены, узлов не содержат. Почки расположены обычно, не увеличены. Кортикомедулярное различие отчетливо дифференцируется. Чашечно-лоханочная система не расширена. Образований не выявлено. Заключение. Патология органов брюшной полости не выявлена. Врач, профессор Холин А.В., заведующий кафедрой лучевой диагностики ССГМУ имени И.И. Мечникова.